Всем привет, я уже показал много подборок, посвященных различным играм, и сегодня продолжим товарами для замечательного долгожителя Counter-Strike Global Offensive. Ссылки на все товары из подборки есть в описании к ролику. Поехали! Покупаешь на AliExpress? Кэшбэк-сервис letyshops.ru вернет тебе часть денег с каждой покупки. letyshops.ru. Более 2 миллионов пользователей уже экономят с нами. Присоединяйтесь! И по традиции начнем с одежки для наших бренных тел. Здесь все предельно просто, дешево и лаконично. Футболка в 12 расцветках с черным логотипом Counter-Strike, с парочкой фотографий из отзывов. И вторая вещь для вашего гардероба – это толстовка уже с более скромным выбором цветов. Есть только черный с белым логотипом и серый вариант с черным логотипом. Зато есть большой выбор размеров и фотографий в отзывах побольше. Кстати, напишите в комментариях, важны ли для вас фотографии в отзывах и влияют ли они на ваше решение о покупке. Так, оделись в подобающую фанату одежду, и далее нужно что-то нацепить на шею, чтобы уже никто не сомневался в ваших игровых предпочтениях. У данного продавца представлена как подвеска, так и брелок для ключей, с одной стороны которых выгравирован логотип игры, а с другой... А напишите в комментариях, что это за знак. Далее брелки для ключей, которые захочет, наверное, каждый второй поклонник игры. Закажите себе один из этих ножей, пусть хоть такой будет, раз уж из кейсов не выпадает. Кстати, напишите в комментариях, что самое ценное выпадало вам из кейсов в игре. На выбор у продавца есть 3 варианта в виде брелка и подвески. Продолжаем с брелками, и далее уменьшенные металлические копии оружия из игры и парочка ножей. На выбор есть калаш, МК, АУК, АВП и другие пушки в серебряном и золотом исполнении. В отзывах о товаре есть куча фотографий, с которыми можете ознакомиться. Едем дальше, и следующая остановка — твоя комната. Можешь не убираться. На стену для украшения можно влепить все тот же логотип Global Offensive, который представлен в 11 цветах и 3 размерах. 58x25, 90x39 и 120x58 сантиметров. Автомат P90, также известный как петух, есть в 2 расцветках и полностью пригоден для военных действий. Вот только стреляет он орбизами. Это такие шарики, которые увеличиваются при контакте с водой. В описании к видео я также оставил ссылку и на эти орбизы. Стоят они недорого, 176 рублей за 10 тысяч штук. В подборке по игре никак не обойтись без коврика для мыши в тему ролика. И на этот раз я нашел продавца с 11 рисунками большого ковра, на котором вам будет где развернуться, чтобы во время перестрелок не заморачиваться по поводу того, что мышь может слететь с коврика. И, конечно, чехлы для вашего айфона и самсунга. Да, на этот раз я в описании оставил 2 ссылки для этих гигантов мобильной индустрии. И у обоих вариантов одинаковый набор рисунков в количестве 10 штук. Тут и изображение бомбы, логотип и разные надписи. И главный товар, из-за которого и делалась подборка, это, конечно же, ножи. Здесь снова шутка про то, что тебе не везет и выпадает ширпотреб. Первый вариант — это нож бабочка в 15 вариантах расцветки, среди которых каждый найдет что-то для себя. И керамбит в 20 вариантах. Кстати, у меня такой уже есть, и я скажу вам, он достаточно острый и сделан очень качественно. Если вы давно хотели себе такой ножичек, ссылка есть в описании. Напишите в комментариях, какой нож есть у вас в инвентаре и сколько он стоит, а также логин и пароль от Стима. Поставь лайк и поделись этим роликом с друзьями, и тебе непременно выпадет самый дорогой нож. Также напиши в комментариях, какое оружие в контере твое любимое, и подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые подборки товаров из Китая. Пока!